Делается тротуар на 18-м микрорайоне. Это та часть 18-й микрорайон, куда вклинивается вот эта улица Бабушкина. 126-й. Ну, с этой стороны. Это сам микрорайон, дома микрорайона. Ребрики поставили уже. Сегодня 3 июля. Ну, естественно, делать начали раньше. Мы даже зацементировали сверху вот клинцом посыпать, щебнем. Наверное, еще заасфальтируют. Ну, постепенно, да, Майкудук облагораживается. О, конский щавель. Но он рядом с дорогой. Его нельзя. Нельзя его использовать. Тут еще щебень лежит. Ну, наверное, да, засыпают те места, где зацементированы эти поребрики.